Всех приветствую. Продолжаем гулять по выставкам Санкт-Петербурга. Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Ефросины, художницы, создавшей собственный пластически узнаваемый стиль с характерной визуальной образностью и энергией. Арт-объекты, прототипами для которых послужили колобок, юла, неваляшки, матрешки и другие предметы и архетипы. Около 30 кинетических скульптур и барельефов. Узнаваемые вместе с тем неожиданные образы, которые пробуждают в человеке его архаическую память. В древнегреческой мифологии Ефросина – радость в переводе с древнегреческого. Дочь Зевса и одна из Харид, которых, согласно Гомеру, являлась прислужницами Афродиты. Современная Ефросина в своей художественной практике взаимодействует с различными медиа. Кинетической скульптурой, живописью, графикой и фотографией. В каждой из этих областей она создала свой собственный пластически узнаваемый стиль с характерной визуальной образностью и энергией. На выставке «Момент импульса» в музее Эрарта представлены кинетические скульптуры и барельефы. Основная тема работы художницы – движение. Ведь в мире нет ничего постоянного. Все находится в состоянии бесконечных изменений. Вот что она говорит. Самое важное, что поведала наша древняя память через знакомые нам с детства символы. Это то, что главная опора и источник радости находится в нас самих, в нашей душе. Как бы ни напоминал мир вокруг зыбучие пески, и сила рода и душа, тот стержень, который помогает нам двигаться вперед и развиваться. Так говорит художница. Работает и живет в Барселоне, в Москве. Ее персональные выставки проходили не только в России, но и за границей. Регулярно принимает участие в крупнейших ярмарках современного искусства. В рамках Московского международного фестиваля «Мода и стиль фотографии» она дважды становилась обладателем премии «Серебряный венок». Произведения автора представлены в музейных и частных собраниях по всему миру – Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Барселоне, Дубае, Сан-Паулу, Гонконге, Шанхае и других городах. Ну вот так вкратце из анонса к выставке «Момент импульса» Ефросины я вам зачитал. Смотрим работы. Пока-пока, до свидания.